В Элисте завершили работу лагеря дневного пребывания. Всего с 6 по 30 июня функционировали 15 лагерей. В них отдохнули 2800 детей. Ребята были задействованы в различных видах деятельности, в том числе в туристско-краеведческом и военно-патриотическом направлениях, сообщает пресс-служба администрации Элисты. За время смены в лагерях прошли также различные спортивные соревнования. Ребята участвовали в различных проектах, посещали театры и музей. Всего за это лето всеми формами отдыха, оздоровления и занятости будут охвачены около 5000 элистинских школьников.